привет! Сегодня у нас воскресенье, теплая погодка. Я решил проехаться, потому что уже потихоньку холодает. У нас сейчас 7 октября, так что пока хорошая погода, солнечная. Хочу еще проехаться, покататься, пока есть такая возможность, потому что потом гололедка, снег, как бы сильно я не люблю ездить. Уже зимой один раз упал, ногу немножко повредил, сломал. Теперь уже больше не хочу зимой ездить на велике. А сейчас пока есть такая возможность, можно покататься. Хорошая, сухая погодка, солнышко. Сегодня решил поехать в центр, вдоль моря. Через 16-ю станцию, до Аркадии. Короче, буду все снимать, показывать вам, как я еду, как передвигаюсь, какими путями. Так что смотрите мое видео дальше. Все. Всем пока. Ребят, я уже, короче, доехал до пляжа. Вверху я когда ехал, там были, получается, был мужской монастырь. Сегодня воскресенье, людей много, все пошли в монастырь. И я там немножко, было затруднение проехать у меня. Была небольшая пробочка, ну так. А сейчас я вот на пляже спустился. Уже вот, получается, вот начало 16 станции. Сегодня небольшие волны. Женщина одна купается. Наверное, водичка для нее хорошая. Закаляется. Чайки сидят, греются. Вот здесь. Погода вообще классная, супер. Как раз, чтобы проехаться, покататься. Насладиться солнечным классным днем. Все, смотрите дальше. Пока. Спустился я на пляж. Уже никого нету из купающихся. Только люди ходят, отдыхают, дышат воздухом, бегают, велосипедисты.
кто занимается спортом, пока погода позволяет, все наслаждаются. Я, короче, подъехал уже к тому месту, где у нас в Одессе должны были соединить 16-ю станцию и Аркадию, получается, потому что дороги не было, нужно было останавливаться, подниматься по лестнице, вот лестница получается, нужно было подниматься и ехать дальше, как бы дороги не было. А сейчас они делают, короче, мост, вы вот так вот заехали и едете себе спокойно, и там съехали, получается, над лестницей сделали мостик, и можно будет ехать. Вон, видите, люди спускаются, вот человек с великом. И вообще, все будет классно теперь, можно будет моментально проехаться, не останавливаться, не спускаться по лестнице. Здесь вот еще такие бетонные положили плиты, будет дорога для машин, наверное. Так что скоро откроют дорогу нам, мост, будем ездить. Все, ребят, я уже, короче, приехал в Аркадию. Вот она сзади меня. Как видите, Аркадия застроилась конкретно. Целая куча новых домов. Так что, какая красивая она стала. Большие пляжи. Сегодня небольшие волны. Ну так, маленькие. Накат идет, получается. Люди гуляют, катаются на великах. Короче, вообще класс, погода супер. Все, я поехал дальше. Смотрите дальше видео.
Ну все, ребят, я, короче, возвращаюсь уже обратно домой. Ну, в обратную сторону, получается. И ехал только что по верхней дороге, которая вот сзади меня. Как бы неплохо сейчас так проехался. Я, в принципе, никуда не спешил. Спокойненько ехал, но наслаждался. Я не хочу просто пропотеть, солнце шмалит. Потом буду весь мокрый, а ветерок прохладненький дует. Так что сзади меня там разные корабли, яхты. Так что смотрите дальше, сейчас я уже еду в обратную сторону. Все, пока. Ребят, я, короче, возвращаюсь уже обратно, уже как бы покатался, вообще классно, мне так все понравилось сегодня. Наверное, километров 75 точно сделал, я не считал, короче, но классно проехался. А вот у меня здесь такой классный вид. Thank you.